45 тысяч сторонников независимости протестовали в Каталонии. От местного парламента они требуют избрать президента Женералитета. Это должно ускорить отделение региона от Испании, по их мнению. На митинг вышли с каталонскими флагами и под лозунгами «Республика сейчас». Парламент выдвинул на должность президента одного из лидеров движения за независимость, Джорди Санчеса. Он находится сейчас в тюрьме по обвинениям в сепаратизме, поэтому возглавить регион не может, а голосование за нового лидера отложили на неопределенный срок.